сопричастности к духовной жизни. Речь идет не о том, чтобы посещать картины, галереи и театры. Это прежде всего убежден. Важно чувствовать, что вы причастны к этой силе. Кто? Да. Человек должен то, что выше нас. Важно чувствовать. Ой. Блин. Здоровый человек имеет. Ой. Второй человек обладает повышенной восприимчивостью ко всему хорошему. Давно ли вы смотрели на небо? А когда в последний раз наблюдали за животными? Как оно меняется каждый месяц? Часто человек говорит: в моей жизни нет ничего хорошего. Я забыла. Здоровый человек обладает повышенной восприимчивостью ко всему хорошему. Давно ли вы смотрели на небо? А когда в последний раз наблюдали за животными? Я забыла. Наблюдали за животными. Саша, вот так вот закройте. Горе помилю. Давай. Здоровый человек обладает повышенной восприимчивостью ко всему хорошему. Давно ли вы наблюдали на небо? Ой. Смотрели. Нет ничего хорошего. А ведь вокруг нас очень богатая среда, причем созданная не нами, а надолго до нас. И ой, почти все рассказала я. Не сами ли мы слышали, что компьютер... Давай. Здоровый человек обладает повышенной восприимчивостью ко всему хорошему. Давно ли вы смотрели... Взять ее ролик и на запись. Пробел. И на запись жмите. Первое, что нужно иметь, это надежную систему, поддерживающую хорошее состояние. Как правило, здоровые люди отличаются разумным динамизмом. Они стремятся прожить жизнь как можно более счастливо, несмотря на несовершенство мира, организма, природы. Вторая желательность в своем окружении иметь теплые отношения с близкими. Вот куда надо мне двигать. Куда? Где стол? Где стол? Да. Быстрое реагирование на стресс и восстановление после него – еще один фактор здоровья. Стресс – явление формальное. Нормально. Формально. Я же говорю, я начинаю придумывать слова. Не надо. Нормальное. Быстрое, поднимите повыше. Вот. Быстрое реагирование на стресс и восстановление после него. Извини, смени хотя бы позу. А то прям в одной позе. Все-таки, ну нет, так это слишком, конечно. А вот, ну и это убери. Нет. О, нет, ты что? Ты не сможешь. Смогу. Нет, не надо. Глазами в камеру видно, что я в очках, а так я с текста выше. Нет, это страшновато. Убери очки. Нет, это ржачно. Ржачно. Так, давай на текст разберись. Быстрое реагирование на... Сейчас посмотрю с очками, потом здесь попробую. Быстрое реагирование на стресс и восстановление после него – еще один фактор здоровья. Стресс – явление нормальное. Избежать его не может никто. Более того, в какой-то степени он даже необходим организму. Хроническим и вредным для здоровья стресс становится, когда человек вместо того, чтобы действовать, устранять причины напряжения или менять отношение к ситуации, принимает решение терпеть, вот это-то и разрушает здоровье. Снимай очки. Давай звонок. Подожди, знаешь, как это? Может быть,
облокочишься на что-нибудь. Не, ну не так. Да, Лена, давай вот так, давай. Вот так. Угу. Ну не очень это, напряженно. Не надо, главное, чтобы был свет падал. Быстрое реагирование на стресс и восстановление после него – еще один фактор здоровья. Стресс – явление нормальное. И здесь вот это-то и решает. Все было хорошо. Да. Давай, по новой. Только смотри, еще знаешь, где у тебя это? Вместо того, чтобы действовать, устранять причины напряжения или менять отношение к ситуации. Давай. Быстрое реагирование. А ведь вокруг нас очень богатая среда, причем созданная не нами, а додолго до нас. Не сами ли мы в Суздале не раз наблюдали за животными? Замечаете ли вы дерево у подъезда? Как оно меняется каждый месяц? И созданная не нами, а додолго до нас. Предложение. Подожди. Нет, в моей жизни нет ничего хорошего, а ведь вокруг нас очень богатая среда. Причем созданная не на длинное себя посмотрела. Хочу? Да. Здорово. Не сами ли. Не сами ли. Не. Не сами ли. Давай. Отмахни. Давай. Не сами ли мы создали. Давай. Третье. Ну как ты знаешь, может быть, тебе сменить как-то, может, что-нибудь. Одна из соответствующих. Ой, составляющих. Одна из составляющих здоровья. Одна из составляющих здоровья — умение проявлять великодушие и благородство. Какое умение? Умение. Я просто. А-а. Такой нас. Ну-ка. Давай. Ну не очень максимально. Тут все зуб торчит, как от клыка. Одна из соответствующих здоровья — умение проявлять великодушие. Одна из составляющих. Ну, а я что? Из соответствующих. Одна из составляющих здоровья. Чуть пониже. Еще чуть пониже. Еще. Вот, вот так. Одна из составляющих здоровья – умение проявлять великодушие и благородство. Человек живет не на острове, как Робинзон, он находится в определенной сети человеческих отношений. И если ты можешь что-то хорошее дать другим, то и они тебе тоже. Надо лишь уметь принимать это и быть благородным. Нет, во-первых, благородным. Благородным? Да. И во-вторых, знаешь, это не надо вот это вот так рубить. Ну, так плавненько. И если ты можешь что-то хорошее дать другим, тоже. Короче, одна из составляющих здоровья. Вася. Так, ну, во-первых, поправь жилетчик, чтобы она тебе не пузырилась на животе. Так, слушай, это, может что-нибудь подвинуть, может это? Вентилятор? Да. Зачем? Нет? Ну, складово, здорово, да, рассказывать? Ну, давай. Итак, одна из составляющих здоровья – умение проявлять великодушие и благородство. Человек живет не на острове, как Робинзон. Он находится в определенной сети человеческих отношений. И если ты можешь что-то хорошее дать другим, то они тебе тоже. Надо лишь уметь принимать это и быть благородным. Вот смотри. То они тебе тоже, то и они тебе тоже. То и они тебе тоже. Вот, а то ты, то они тебе тоже. А что они? Давай по новой. Еще раз. И знаешь, что это? Ну не так бодренько.
Это слишком резво. Да? Да, давай. Ну, так не угадайте, не Я помню. Слушай, давай как-нибудь философски. Одно из составляющих здоровья – умение проявлять великодушие и благородство. Человек живет не на острове, как Робинзон. Он находится в определенной сети человеческих отношений. И если ты можешь что-то хорошее дать другим, то и они тебе тоже. Надо лишь уметь принимать это и быть благородным. Ну, давай еще раз. Благородным убираем. Благородным. Не надо, благородным. Благородным. Да. Благородным. Г. Г. Полный Г. Третий Г. Давай. Не остановит третий Г. Еще давай. Г. Г. А. Останавливаться нельзя. Надо все время идти вперед, учиться, переучиваться, совершенствоваться. Что такое? Ты что, наоборот? Зарядки не хватило, что ли? Нет, не включи. Не включи? Все, давайте, Сейчас, подожди секундочку. Это все отключаем. Вместо этого некоторые люди стараются заглушить, подавить то, что испытывают. Что такое скука? Когда в последний раз мы наблюдали за животными? А вы увидели? Я уже не могу, мне уже сюда. Все, расслабились. Здоровый человек обладает повышенной силой. Подожди, я еще не пишу. Здоровый человек обладает. Рано. Здоровый человек любит дерево. Ну что, ну все нормально было, ну что такое-то? Отмечаете ли вы? Меняется каждый месяц. Блин, это не сказал. Отмечаете ли вы дерево своего подъезда? Я вам надо знать. Наблюдали за животными. А видели вы дерево своего подъезда? Блин. Отмечаете ли вы дерево подъезда? Это среда, причем созданная не нами, а додолго до нас. Не сами ли мы сузили свой мир до компьютера и телевизора? Здоровый человек обладает повышенной восприимчивостью ко всему хорошему, это компьютеры и телевизоры. А где свой мир? Я не знаю, где это свой мир. Какое дерево у подъезда, как оно меняется каждый день. И на мир, причем созданное не нами, а додолго не до нас. Все. Угу. Сейчас. Сохранить здоровье помогает постоянный положительный настрой. А она сейчас, если она опустит, вот пониже. Вот так. Чтобы я снял типа в камеру, но на текст. Вот так, давай. Вот так, да. И секунду, маленькое такое замечание. Г фрикативное. Чуть-чуть убери. Г. Скажи, не Г, а Г. А. Поехали. А где господи кассельные? Ну ты вот сказал, что-то сказал. Помогает. 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 Вот молодец. Сохранить здоровье помогает. Сейчас. Угу. Сохранить здоровье помогает постоянный положительный настрой и способность от... По новой. Мне трудно вот смотреть в камеру, и вот лучше как-то мне так сделать, это вот реально. Как? Ну пусть так будет. Сохранить здоровье и увидеть в нем положительные стороны. Да. Сохранить здоровье помогает постоянно положить следующего урок и увидеть в нем положительные стороны. Народная мудрость сформулирована. Да блин. Все же такое произношение. Народная мудрость, да? Вот это. Народная мудрость сформулировала. Да. Принцип в пословице все самое. Сохранить здоровье помогает постоянный положительный настрой и способность рассматривать события в конструктивном свете. Это не самое. Блин.
Ну, давай. Сейчас, вначале. Сохранить здоровье помогает постоянный положительный настрой и способность рассматривать события в конструктивном свете. Это не сам... Да, ё-моё. Сохранить... Ну, по-новой. Да. Сохранить здоровье. Сейчас. Г прикативное. Сохранить здоровье помогает постоянный положительный настрой и способность рассматривать события в конструктивном свете. Это не само... Это не самоуспокоение. Сейчас. Серьезно, да. Сохранить здоровье помогает постоянно положить... Помогает. Помогает. Сохранить здоровье помогает постоянно положить настрой и способность присматривать события в конструктивном свете. Не присматривать, а рассматривать. Присматривать. Поехали, понравилось. Сохранить здоровье помогает постоянно положительный настрой и способность рассматривать события. Все. Не ужасно было. 25-й дубль. Я знаю. Поехали. Сохранить здоровье помогает постоянно положительный настрой и способность. Поехали. Сохранить здоровье помогает постоянно положительный настрой и способность рассматривать события в конструктивном свете. Это не сам... Не понял. В каком свете? Проговаривай. Вот тут открывай его. Артикуляцию давай. Я уже ржу. Ржу. Давай. Сохранить здоровье помогает постоянно положительный настрой и способность рассматривать события в конструктивном свете. Это не само... Да. Что я начал, да, лучше я расскажу. Да, еще раз, давай. Сохранить здоровье помогает постоянно положительный настрой и способность рассматривать события в конструктивном свете. Это не самоуспокоение. Это не самоуспокоение. Не спеши. Все, давай, медленно и нормально. Сохранить здоровье помогает постоянно положительный настрой и способность рассматривать события в конструктивном свете. Это не самоуспокоение. Это не самоуспокоение. Честно говоря, слава-то трудно. Сохранить здоровье помогает постоянно... Сейчас, звонок. Снова по новой. Сохранить здоровье помогает постоянно положительный настрой и способность рассматривать события в конструктивном свете. Это не само... Да что ж такое? Это не самоуспокоение. Это не самоуспокоение. Да, еще раз. Это не самоуспокоение. Не самоуспокоение. Не самоуспокоение. Да, молодец. Стоп.